Всем привет! С вами Гринайт, и мы продолжаем Smile Rancher 2. Что там происходит? А, это эти взрываются, это... Фу, блин, там эти уже черные что-то появились. Так, у нас построена эта одна фигнюшка, да, надо переносить. Так, это пока... Пускай это, ладно, тоже пускай пока. Кур. Ну, предостаточно, я бы сказал. Сейчас разнообразие это посмотрим. Здесь у нас что? Так, старого. А, не, вас, ребят, надо вообще, наверное, убрать, да? Чтобы вы мне не мешались. Окей, на, кушай. Так, это кушай. Это мы... Ау, задели. Раз, два, три, четыре, пять. А, сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И вас троих сюда. А вы пойдете у меня на корм. Этих, не, этих ребят сейчас уберу сюда. У меня вот, в принципе, есть. Этого достаточно. Ловите, хавайте. Хавайте, не подавитесь. Так, пацаны, хватит. Все, харе, харе, харе. Все, успокойтесь. Ну все. Да господи, вы такие взрывоопасные пацаны. Просто все, отдыхать. Все, харе, ребятки. Идете вы у меня... гулять. Будем надеяться, вы доплывете до своего острова. Так, допустим, что у нас по карте? Так, карта, карта. Хорошо, давайте соберем, что тут у нас есть на продажу. Ау, не надо. Так, ну вот у вас много, да? Смотрю. Хотя мне вот это на продажу сильно-то не надо, у нас 5000. Пойдемте закинем туда, может оно просто пригодится. Пускай будет. Вообще посмотрим, что для чего нам надо. А там уже будем дальше решать. Розовый плорт, окей, хорошо, медовый плорт. Ага, бумплорт мне нужен. Дикий мед и порхающий плорт. Это окей, это понятно. Так, телепорт. Угу. Так, вот эта штучка... А, за пронефть. А, точно, вот, за пронефть собирать. Да, на тот остров. Хорошо, пойдем сейчас. Почитаем там, что у нас это. Блин, и выросла, и... Ну, будем собирать сейчас. Окей, ладно. Будем собирать. А раз выросло, давайте собирать. Блин, ну как вот оно вокруг закручивается. Вот это прям не кайф. Это прям не кайф. Так, тут пока собрал все. Ну, раз нужен розовый плорт. Нате, хавайте, ребята. Вы голодные, наверное. Вы очень голодные. Так, где тут? Давай, собирайся. Вы даже их не жрете, да? Настолько. Так, но вы еще не все покушали. Ага, ага. Ладно, сожрете, сожрете. Пойдемте там. Огненных, может, насобираем. Наверное, они там нажрали. Плюс вот это дело. Да, надо, наверное, в первую перенести все растения. Будет, наверное, правильно так. А всех остальных сюда. Куда? Деньги. Деньги улетели. Ай, больно. Не надо. Вот плортики бы собирать еще было бы прям хорошо. Так. Но тут сборщика нет. Так, ладно, эти мы оставим. Сейчас мы вот так вот сделаем. Идите сюда, курица. Покормим ребят. Давай. Ага.
Ну и, наверное, вот так тоже им сделаем, пускай. Пускай жуют. В принципе, они отсюда не выходят. Хорошо. Хорошо. Пускай. В смысле выросла? Когда? Когда успела? Когда успела вырасти? Только что же ничего не было. Ну, это, кстати, хорошо. Растет быстро. Так, тут же у нас больше ничего нету, да? Да. Кур. А, на. Похавайте, пацаны. Плотненько так. Я же говорил, что он где-то здесь. Бывало, принесешь сюда свой обед и уставившись на эти колоссальные окаменелости, гадая, как выглядел здешний мир, когда в нем жили такие же существа. Сейчас его населяют слаймы. Но кто знает, каким он был раньше. А если во вселенной есть место для изменения целого мира вместе с его экосистемой, может, нам тоже следует принять, что и мы можем становиться другими? Господи, болтать об этом определенно актуально в наши дни. Интересно, какие глубокие мысли посещали меня в те времена? О, тут можно, кстати, что-то собирать, да, раз, вижу. А, я вижу, сейчас мы туда залезем. Смотри-ка, припрятали, а? Ну? Куда полетел? Так, ну, вроде бы больше ничего такого не вижу. Так, курица застряла. Ну, пускай. И ее проблемы. А, пускай учится летать. Пока будет махать, она, может быть, и взлетит. Серьезно? Здрасте. Пришлось отправить дронов, перестроить оранжерею, чтобы она выглядела в точности как раньше. Такое счастье видеть, что она снова стоит на том же... И ее... Что снова стоит там же. А, там же. И ее стекла пропускают прекрасный свет дня в это волшебном месте. Когда они закончили, мне на миг показалось, что все вернулось на круги своя. Что я могу просто войти внутрь и вновь начать... Сначала, как будто ничего не произошло. Знаю, что это не так, но все равно было так приятно наконец-то оказаться дома. Окей. А что, я мог сюда просто так, да? Бесплатно зайти, оказывается. Ладно. Так, ну это... А, ну мне, в принципе, сюда и надо. Так, на, лови. 2, 3. Ну и 5, наверное, тоже зарядим. Чтобы было. Эти фруктики пойдемте отдадим пожрать. Пускай они там похавают. Плотненько, так сказать. Чтобы было. Так, мне там надо медовый плор, да? О, сейчас он. Нафига чем тут. Медовый, скалистый. Скалистый есть? Есть. Выбирай. А чё? Да, ребят, что-то вы мало кушаете. Прям что-то очень мало. Так, ребята, вы меня порадуете? Порадуете, да. Молодцы. Самые хорошие слаймики. Ага. Все, купайтесь дальше. Так, это я забираю. Так, у вас нектар. А, только где мне его взять-то, этот нектар? Блин, опять темнеет. Так, во-первых, собрать. А во-вторых, кушайте.
4. Давайте, обжоры, жрите. Прям плотненько-плотненько покушайте. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, они все еще кушают. Обжоры. Вот обжоры. Ладненько, развлекайтесь дальше. Сейчас мы это все пойдем закинем. И будет кайф. Прям. С запасом на будущее. Блин, морковка уже почти опять выросла. Я сейчас чувствую, до утра посплю, и там опять миллион этих... миллион еды будет. Так, это сюда. Сюда. Давайте водяной тоже загрузим. То есть это прям нам на запас всех этих. Уже тогда не будем переживать в случае чего. Так, ладно, ну спать не будем, пофиг. А, ну да, у нас же еще вот есть. Но тут еще не сама не откинулась капуста. Ой, нам еще кто-то звонит, отлично. Привет, Беатрикс. Хотел сказать, что я взломал очередной шифр от этого ИИ. Он явно приспособился к моей предыдущей разгадке и создал что-то еще сложное. Сложнее. Умно. На этот раз оказалась инструкция, как с ним связаться, отправлять и получать сообщение. Так что мы немного поговорили. Он задает много вопросов. Сначала обо мне, потом о моей работе. Как будто прощупывает, что я умею лучше всего. Должен сказать, мне это даже... польстило. Обычно это я задаю вопросы, когда это вся моя жизнь состояла из одних вопросов и последующих исследований. Но прожив так довольно долго, я ощущаю то же самое в других людях. И пусть это странно, но даже в этом и... Видишь ли, когда я начал задавать ему свои вопросы, он отвечал мне так, что казалось, будто он пытается защититься. Скрыть глубокое одиночество в своем сердце. Понимаю, это звучит странно, это же ИИ, в конце концов. Но разве не всякой форме интеллекта нужна связь с другим существом? Чувствую, в этой истории не все так просто. Но даже если нет, то я счастлив просто побыть полезным новому другу. Позадавать вопросы, чтобы у него появились причины искать ответы. Еще доложу тебе обо всем позже. Окей, так. Здравствуйте. Ола, Беатрикс! Ты там, это я, Огден Ортис. Слышал, ты бросилась навстречу новому большому приключению на таинственном острове, где много загадок, опасностей и, может, даже суккулентных фруктов и овощей, каких мир еще не видывал. Но ты же знала, я не мог не спросить. С тех пор, как ты начала стабильно приносить мне фрукты, кукадобы, я достиг таких высот в кулинарии далекого-далекого, в запределье. А еще просто объелся пирогов с кукадобой. Суфле из кукадобы, пудинга из кукадобы, кукадобовый кон-каре, господи, кукадобовый кон-кукадобы. У меня закончились идеи и сила воли. Так что, если увидишь что-нибудь новенькое, прошу, расскажи мне все, кроме вкусняшек. Я хочу узнать больше о тамошней флоре и фауне. И никогда не забывай, каждая частичка этого дикого мира бесценна и заслужит нашей заботы и уважения. А еще почаще пей там водичку. Все эти приключалочки заставляют попотеть, так что прихвати с собой этот водопроводный кран. Портативный кран. Удачи, Беатрикс, держи меня в курсе, болею за тебя. Окей, а зачем он? Чтобы это? Так, ладно, нам надо собирать эту... А, блин, ага, да, конечно, энергия-то кончилась. Блин, да скажите... Солевой раствор, господи, забываю, как он называется. Солевой раствор. Просто вылетает из головы. Да прыгайте, прыгайте, не страшно, ребятки, не страшно. Так, ой, можно было упасть, но хотя бы не страшно, у нас ничего не было. Ну.
Давай. Надо, чтобы она быстрее восстанавливалась энергия. А точнее вообще не кончалась. Сделай себе генератор границ. Да, здорово, пацаны. Да, отстань ты от меня, так. Это же не просто кнопка. Да-да-да, я вас боюсь. Вы такие страшные. Так, ну это я не облечу. Так, киса, пошел отсюда. Так, и ты тоже сюда иди. Вон туда, вон туда. До свидания. Прямо чуть-чуть заныли. А, ну тут я был, оказывается, внезапно. Ой-ой-ой-ой-ой. Не долечу. 100% не долечу. Но это какой-то... Это какой-то портал. Какого хрена? Все не так просто, оказывается. Все не так просто. Так, а, здесь тупик у нас. Здесь у нас водичка. Водичка у нас полная. Потом смысла нету. Это я собирать не буду. О. Фигня. Ясно. Ясно, что фигня. Что-то как-то этих... Блин, мало. Да они мало что-то приносят. Прям обидно. 2-3, 2-3 всего. Отлично. Отлично, супер, замечательно. Так, пацаны. Все подряд не жрать. А то я вас знаю. Так, нам надо на правый остров, получается, да? За пронефтью. Ага, сказал не жрать все, и тут же началось. Пускай, сами виноваты. Я тут вообще не при делах, ничего не знаю. Отлично. Так, здесь у нас ничего, да, здесь у нас ничего. Внимательно смотрим. А, мне же надо было этому. Так, этому мяса надо много. Этому нектар, а этому я, кстати, не помню. Овощи, наверное. Наверное, овощи. Хотя фиг его знает. Так, на, забирай. Это туда же. Сейчас мы сюда зайдем, посмотрим. Так, а, это по... О, это портал у нас. Забрал. Хорош. Так, ну там вроде больше ничего нету. Поэтому мы просто вот сюда. Просто здесь... Ага. Просто здесь побегаем чуть-чуть еще и пойдем на тот остров. Так, иди сюда. Ну, будем куриц собирать по пути. Так, все, надеюсь, выгружу. У нас же есть это? А, Е. Ага, один Е. Да, вот этот есть, я сделал. Все. И варп-хранилище, которое может тоже переносить. Так, с этого уйти, пока не накосячил. Курочек побольше будем собирать. Ну, вроде бы... Так, вот там где-то курицы должны быть. Ой, еще вот эта хуйня. Отлично. Сам. Ага, вижу. Спрятался, а? Посмотри на него. Так, ну здесь у нас больше ничего. И я, кстати, кроме, ну, вот одной двери, больше, получается, ничего не нашел. Ясно. Так, ну пойдемте за... У портала, может? Ну... Ну, наверное, да. Или нет? Или да? Ну, поскольку мы до сих пор сюда будем бегать, я думаю, да, надо поставить возле портала. Да.
все, вот я смогу спокойненько теперь не бегать на тот остров. Все. Погнали. Погнали. А курочки я зачем? А, курочки я на тот остров буду собирать. Но не факт. Успокоились. Все, тихо. Жрут все подряд, гады. Так, ладно, давайте, во-первых, искать двери. Возможно, что-то мы найдем. Возможно, что-то у нас и получится. Куда-то сдвинуться дальше. Так, цыпчик тебя не сожрут, поэтому иди сюда. Так, так. Это на что? А, про нефть, все хорошо. О, потеряшка. Потеряшка. Ага, вижу. Бац, бац, бац. Отлично. Спас. Спас, спас, все. Все, спокойно. Ага, вижу. Отлично. Я всех разбил. Ты где? Да, ребят, я вас спасаю, да. Да, ты еще меня бьешь за это, тварь. Не буду больше спасать. Не буду больше спасать. Да в смысле, вы задолбали, вы че? Да хватит все подряд жрать. Вы что такие глупые? Так, это пойдет. Нафига третий плор-то жрете? Вы же превращаетесь в ужасное существо. Так, там... А, ну там у нас огненная, да, получается? Ну вот, как раз у нас... А, она была бы помечена на... А, у нас вон киса есть. Точно. Надо собирать для кисы. Я про кису забыл совсем. Ну ладно. Так, давайте... Где я? Здесь? В пещеру? Нет, ладно, давайте вот сюда пойдем. Отстаньте, пацаны. Не до вас. Вообще не до вас. Давай, взлетай. О, подожди, подожди. Подожди. Пошел отсюда. Мешаешься. А чё и зачем я сюда? Ну ладно. Долетаем. Долетаем! Хорош. Хорош, отлично. Справился четко. Так, это огненный, так сюда. А, ты уже не влазишь, серьезно? Ну тогда вот это я выкину. Тебя заберу. Курочек надо пособирать будет. Ай. Так, это лук. Лук мне не нужен пока что. Блин, это пепел уже. Пепел собирал тоже. Было бы удобно. Но пока. Ладно, пожертвую. Эй, киса, 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 стой! Так, а, здесь у нас это типа... У нас типа здесь пока закрыто. О! О!
Ну вот это ладно, я пока здесь сложу. Очень странный, но еще более ценный. Я понял. А я что-то его профукал или что? Я его что-то не видал. А теперь я смогу портал построить, получается, да? Ладно. Ладно. Сделаем. Наверное. Ну и вот мы точно несем. Главное его не профукать. Так. Где эта фигня? Ага. Кур, 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 кур. Кур, стой! Ну и где? Его сожрали. Пипец, блин. Надо же было так закрутить. Так, там пепел у нас. К сожалению, пепел пока не влазит. Надо еще один отсек бы. О, типа. Это у нас тоже не влазит. Так, там ничего нет. Жалко. Блин, столько ресурсов, а забрать не могу. Потому что нету места. Так, еще выше можно? Отлично. Хочу еще куриц найти. Ну, хотя навряд ли они здесь будут. Это так уже слишком высоко для этого дела. Пойдемте так, ну это понятно. О, вот здесь должны быть, да? А их здесь нету. Они все, наверное, вниз улетели. Опа, це. Поймал. Поймал. А тут ничего, да? А, я где? Так, надо приблизить. Так, я здесь. Я захожу. Я захожу. И, может быть... Здесь найду еще курочек. Так, это что? Это пепел. Это у нас пепел. Про нефти. Мало что набрал, правда. 8 всего. Ну, сейчас мы найдем, поди уж. Отлично. Ну, мало куриц, но все же. Я думаю, мы когда домой вернемся, мы найдем там побольше. Ну, как тебе повезло. Опа, нет, 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 стой! Где курица? Куда курица делась? Я ее забрал, нет? Блин, не смотрел количество, какое у меня имеется. Так. Здесь ничего не вижу. Ладно. Так, тут что? Тут ничего. Окей, пошли дальше. Кстати, пока еще ни одной двери не нашел. Странно. Но все равно открыть не смогу. Так, нам куда надо? А, нам на другую сторону острова. Хорошо. Нам на другую сторону острова. Ну, блин, так или нечестно, давай, подкидывай. Хорош. Пойдемте. О, пойдемте искать. О, типа, иди сюда. Так, кристалл-то мы отнесем в любом случае. Здрасте, здрасте, да-да-да. Да, что так долго-то? Ага. Здесь у нас ничего, кроме курочки. Так, воды наберем. Да, слайм-то мне не нужен. Так, все отлично. Здесь нам ничего. Здесь нам надо бы взлететь. Ага, вижу нефть.
Ой, ой, хорошо долетел. Отлично прям долетел. Ну сюда же как-то можно с ним попасть, да? Так, наверх переключимся, то я сейчас выстрелю этот кристалл и буду искать его потом миллион лет. А, вот так сюда можно будет попасть, хорошо. А, ну да, точно. Типа, иди сюда. Типа, молодец. Взлетели. Давай. Отлично. Так, 17 нефти уже. Уже хорошо. Будем дальше. Так, ну нам не туда. Нам наоборот вот как раз вот здесь вот надо шариться. Так, водные слаймы. Все понятно. Мы прям по самой верхушке ползаем. Тихо, не надо. Главное не улететь вниз. Это будет очень обидно, очень. Так, туда нет, спасибо. Ну вон он сидит. Умс, так. Ага, вот там пепел, наверное, да? Так, здорово, киса. Нас жамкой. А ты проглот. Так, ну это белки. Так, нефтью мы забрали. Нефтью забрали. Белка точно не разрушается? Прям точно? Прям 100%, да? Так. А может белка белку? Да нет. Хорошо, ладно, чувак, я тебя покормлю. Давайте выдвинемся домой, наверное. И сейчас принесем кучу мяса. Побежали. Так, сюда, да, вот сюда куда-то. Да, сейчас бы телепорт был бы неплох, на самом деле. Это что-то как-то, да. Ну, хотя бы теперь можно... Так, ну тебя я, ладно, заберу. Равно. Если что, даже поспим. А сильно кормить никого не буду. Обойдутся сегодня. О. Сюда. Оставим, как обычно, по 5. Опа. Нефтяночка, нефтяночка, нефтяночка. Хорошо. 20 нефти. Слушай, назад, назад, назад. А что это было? Так, пацаны, успокоились, хватит. Так, не понял, что это за сдвиг был. Так, заныканные пунктики, окей. Здесь что-то было или что? Не понял прикола. Что это было за землетрясение непонятное? Так, это не собирается, да? Но это у нас песок. Ага. Ага. Так, это я понял. Ладно, так, это... Вот этого надо. Мыша-летуна. Мыша-летуна, это бум.
Давайте. Вот это я выкину. Прям мне надо. Так, мыша летуна. Мыша летуна. Чепушил, на, жуй. Так. Он же у нас и стоит, да? Давай. Ну, спасибо. Не, это бум. Это тоже бум. Не понял. А где я мышь? Где я мышь видел? Или она показалась так? Короче, три бум-плорта надо мне сюда. Хорошо, три бум-плорта. Это я вообще где? Это я вот здесь. Тогда это я могу выкинуть. Я здесь что, не был? Что, как-то странное. Какое-то странное место. Ну, я что-то не помню. Вот, вообще даже. Интересно. Так, ладно, три бумплорта вот в этой пещере получается. Сейчас мы 100% удостоверимся. Три бумплорта тоже поди притащим. Здесь нам ничего не надо, да. Ну ладно. И куда эта дорога, кстати, будет? Ну, скорее всего, там что-то просто. Мне реально показалось, что... вон там камушки, мне поэтому показалось. Все, три бумплорта с собой притащим. Но они не на, на этом острове их. А, нет, есть, есть. Почему нету? Давайте давайте сгоняем. Ну, чтобы до дома уж не гонять тогда. Поехали за бумплортами на левую сторону. Ну, заодно курочек соберем. Побольше. Чтобы там из дома не брать так много. Надо, наверное, еще курятника 2 построить, чтобы разные курицы там водились. Не все, все в одной каше не было. Будет проще. Так, ага. Мне надо... Да-да-да, мне сюда. Так. Что же они мне дадут там интересного? Так, пацаны, я вас кормить не буду, отстаньте даже. Даже не думайте об этом. Так, я убегаю от вас, ребят. Но я не хочу с вами связываться. Ага. А взлетим на нужную высоту? Отлично. Так, это просто огненные... Вот он, вот они, бумчики. Наверное, придется вас все же кормить, да? Потому что сами вы тут мне нифига не наделали. Кто сожрал? Ага. Ну. Так. Слышь, большой, иди сюда. Ага, молодец, иди сюда. Так. На, хавай. Так, пацаны, успокоились. Ужас. Так, сюда. Четверочка. Так, ты похавал? Бумплортик, где мой? Отлично. Ай, блин, так, давайте его сюда положим. Главное, чтобы его никто не схавал. Молодец. Да я ж тебя убил. Алло, дай сюда. Так, 4. На. Да сиди тут, не рыпись. На. Так. Здесь сиди. Слышь, ты, пожри, пожалуйста. На, накушай. Ну? Ты жрать будешь, нет? Да ты идиот! Балбес, о. Балбес, блин. Так. Бумплортик мне, пожалуйста.
Мне надо как-то притащить им жрату. Чтобы самому не сдохнуть. Чтобы они... Уже не надо. Все, пошли туда. Так, это нет. Не повезло. Ай-я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 й. Поджарил жопку. Да-да, пацаны, а чё у вас тут так много злых, противных, неприветливых? Вы заразы. Мне там интересно, декорация, которая тебе должна пепел генерировать, она реально генерирует пепел? Или нет? Так, теперь пещерка где-то вот здесь рядом должна быть. Да-да-да, он туда. Погнали. Так. Ага, туда еще дальше. Ага, где-то вон там, да-да-да. Отлично. Ну, наверное. Ага, вот она, да. Да. Да-да-да, все нашел. Нашел пещерку. Так, это песок. Успокойся. Хватит. Да блин, давай чё? Так, троечку, четверочку. Так, ты схавал. Эй, тихо. Ага. Так, не трогать. Мой бумфлортик, зараза. Так, ладно, сейчас он подэтывается, подзарядится, и мы спокойненько взлетим на подольше. Отлично. Задача выполнена. Я слышал курицу. Это кукарикун, иди сюда, пригодишься. На сожрам. А, еще. На сожрамку. Ага. Ты чё? Ну, ладно. А, ага. Не особо надо. Нажрались, да? Молодцы. Так, о, так это про нефть, ну да. Отлично. Так, что нашли? Неинтересно. Так. Ну, это ваши, ребят, проблемы, вы сами косячили. Опа-на. Здорово. Овощи. Не вопрос, чувак. Овощи мы тебе найдем. Туда. Ага. Ладно, я понял тебя. Так, теперь 100% возвращаемся домой. Ух, тут вообще писец творится. Так, нам туда? Нам туда. Так, про нефть выгрузить. Блин, вот можно было бы выгрузить про нефть и забрать этого енотика. Наверное, я сейчас так и сделаю. Так, а, и еще вот это могу. О, все, теперь я вообще спокоен. Как удав. Так. Сюда, да? Так, ты где? Так. Куда? Что-то маленько заблудился. Так, ты же сюда. Блин, я заплутал еще эти, блин, мне раздражают. Ага, я... Да, отстаньте вы, господи. Уаа, тут вообще что творится? Вообще вон что. Вообще никуда пошел.
Это вообще заблудиться реально. Так, господи, куда упал? Так, подожди, не понял. Перебор, по-моему. Или недобор. Короче, либо не дошел, либо перешел куда-то. Так, давай, взлетел. Угу, хорошо. Так, что-то... Да, я далеко ушел. Что за фигня? Не с той стороны и потерялся маленький что-то в пространстве и времени. Так, это типа мы идем сюда. Все верно, да. Сюда идем. А, ну да, вот она. А, не долетел. Идем сюда, идем сюда. Сюда. Да, все, вот она. А куда он? Он убежал? Он, наверное, убежал, зараза. Потому что его я не вижу. Но он был здесь, да? Сейчас его здесь нету. То есть он... А, его, наверное... А, нет, вот он. Пошел вон. И ты пошел вон. Хотели енотиком его съесть, зараза. Так, Курикун пошел сюда. Охренеть, что тут творится? Тут вообще вон мясо полное. Сваливаю отсюда, отстаньте. А, ну, кстати, да, удобно, что можно выгрузиться и потом уже идти налегке до дома. Здорово, пацаны, здорово. Здорово. Так, цыпчик, иди отдыхай. Так. Набрали много... Ну, ну 40-то мне в месяц, да. В один, если их там много будет. Ай-яй-яй, чуть-чуть не долетел. Ну давай, заряжайся уже. Отлично. Пойдем короткой дорогой, короче, сейчас. Сегодня ночь зла какая-то, блин, просто. А ну иди сюда. Отстаньте. Вон, и их жрите. То они что-то это. Я понимаю, что, ну, хоть какой-то интерес, чтобы, типа, ну, злые, хорошие были, все такое. Ну, так, давай. Ты у нас... Чё ешь? Ты ешь у нас все, друг. Так, ух, едите, сколько у вас здесь. Так, поехали, собирайте. Раскуда? Так, цыпчиков выгружаем. Цыпчиков, я сказал, выгружаем. Пятерочка, так. Три кукурина. Раз, два, три. Этих пятерых. Так, 10 должно остаться. И этих должно остаться 24. Все. Так, здесь старый сюда, старый сюда. Троечка. Так, тебя что ли покормить? Да нет, пока не буду тебя кормить. Наверное, вот его... Вы чё, на мясо и... Ага, значит, давайте. И двоечку. Пятерочку. Знаете, вам. Это мы соберем. Это мы 100% на продажу сейчас. Это мы 100% на продажу. А может я еще где-то... А, ну я, наверное, там еще не открыл, поэтому кристалл пока не нашел. Так. Давайте посмотрим. Это... Плорт охотника. Это вот, наверное, вот этот как раз. 10 штучек их надо. Надо с кем-то его скрестить будет. Так, это понятно. Кольцехвост еще какой-то. О, скалистый плор. Мне надо... А, это не скалистый, это другой. Тут чуть-чуть прям не хватает. Ладно.
Бумплорд. У меня есть бумплорд. Давайте загружать. Давайте тогда все их загрузим, по-любому пригодятся. Так. Делай раз. А. Так. Этот спокойно можем сделать, да? Кстати, да, я сделал его. Хорошо. И вот этот сделаю. Этот чуть-чуть не хватает. Вот этот в любом случае сделаю. Этот тоже хватает. Но пока не буду тратить. Не горит настолько, чтобы... Так, морковка сдохла. Печально, печально. Так, это у меня фруктов, офигеть сколько. Давайте на кормежку хотя бы отдадим. Плортики пускай делаются. Так, что у нас там? Блин, завершать надо уже, да? Так, жрамкайте, ребята. Жрамкайте. Сколько жратвы им там просто. Так, нам кого надо? Тебе... А, тебе овощи, тебе мясо. Мясо у нас есть, овощи надо собрать сейчас. Овощи надо будет собрать. Ну, фрукты, кстати, что-то долго продержались, а морковка что-то сгнила. Морковка что-то сгнила. Ладно, так, вот этих тоже, наверное, кормить. Ловите. А то вы голодаете, бедняки. Про вас я совсем почти забыл. Все, отхавались. Молодцы. Так, вот, вот это вот точно собираем. Там овощами кормить нам одного точно. Угу. 40 есть, отлично. Так, давайте ему... Не понял. А в смысле он превратился? Э, слышь? Ладно. Ну ладно, пускай сидит, может обратно. Интересно. А, так, а, портал-то мне надо поставить. По идее. Так, Портал. Ну, давайте вот здесь, наверное, да? Портал вот в Тлеющую долину. Да. То есть теперь мы хотя бы... А, он, да, вот сюда портирует, получается. Все нормально, все четко. Все четко. Так, 40 овощей у нас есть, поэтому спокойненько прём. Ну, кстати, было обидно. Можешь свеклу взять, свеклу еще потом. А, кур, иди сюда. Чё-то тебя не заметил. Так, мне надо наверх взлететь. Пацаны, поможете? Долетим или не долетим? Отлично. Мы можем было и так залезть. Да, здорово, дружище, сейчас мы тебя накормим. У тебя овощи, троечка. На, лови. Надеюсь, тебе 40 хватит. В смысле нет? Ты офигел? Ты офигел? В смысле 40 нет? Куда тебе еще больше-то? Так. Морковкин не залазит. Окей. А, троечку сразу ему зарядим сейчас. Не, так, так не буду рисковать. Лови, хавай.
Ага, 45 получается, да? Здорово, пацаны. Отстаньте. А, что-то разрушил-то. Что-то он там разрушил. И что тут курица? Берем. Взлетел. Хорошо. Сюда я взлетел. Что здесь? А, улучшение здесь. Я знаю, что это ты, зараза. Для улучшения ракетного ранца, однако. Я знаю, что это вы, блин. А как? Или в смысле, или они ночью превращаются? И все, это сюда нельзя было просто попасть, да? Ладно, так, теперь нам надо... Все понял. Так, тут, туда выйти. А, вы тут развлекаетесь до сих пор, пацаны. Ну, развлекайтесь, развлекайтесь. Так, туда идем и там как-нибудь долетим уж. Так, это лук. Ну, давайте потаскаем с собой. А можно, кстати, этот построить. Так, о, про нефть мы точно соберем. Почему бы и не, да? Так, нет, направо. Направо. А направо мы, наверное, не... Направо мы не долетим. По правой стороне не долетим. Ну, тогда я просто поскочу. Через все вот эти вот штучки. И вон туда. А вон и нефть заныканная. Так, это свеколка. Так, нефть, это хорошо. Это еще одни фрукты, да? Спасибо за пинок. Так, курочки. Взлет. Хорошо. Опасно, опасно. Но я знаю, как сделать не опасно. Так, это сюда. Короткие пути. Короткие пути у нас. Ну, теперь 100% остановиться надо хотя бы. До максимума. И полететь просто. Мы просто долетим спокойненько. У нас ничего не это. Так, на, держи, поехали жрать. А, все, 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 все. Да, ты. А, так. Это дай, это фигня. Просто курица, да? Ну ладно, типа, жрите ее. Так, и куда это? Ага. Так, солевой раствор возьмем. Вот, это портал сюда. То есть это типа такой короткий путь, а нифига. А, так, а мне на тот остров надо? Нет. Мне там больше делать нечего. Мне там больше делать нечего. На самом деле, я бы где-то там построил бы портал домой. Было бы удобно. Да, я, наверное, построю портальчик. Там, где вот этот вот мы кристалл нашли. Чтобы уже 100% там быстренько домой возвращаться. Сейчас мы это все выгрузим. Чтобы оно было. И никуда не делось. Куриц мы скормим. Так, это сюда. Это сюда. Давайте посмотрим улучшение ранца. Дикий мед, фосфорный плорт сейчас сделаем. Лучистая руда. Тогда собирать. Тогда собирать. Лучистая руда собирать.
Так. Ну, пока там. Так. Нет, раз нам надо фосфорный, давайте вот здесь фосфорный. Так, 4. Ага, забирайте. Ох, сколько вас! Ни хрена себе! Поехали, пацаны, собираться. Офигеть вас здесь. Так, это старый куриц. Старый куриц забирай. Все. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И тоже 5. Ну, пускай 5 будет. Да, чтобы, ну, чтобы плюс-минус побольше. Так. У вас-то, я там смотрю, есть еда. И вы что-то не особо это, да? Тогда я вас и не буду кормить. Я покормлю вот этих ребят. Которые взрываются, блин. Только так. Забирайте все вот это дело. Только этих петухов не съедайте. А то вы сейчас петухов сидите, и они у вас не будут плодиться внутри. Капец, как курицы там вообще живут? А они же просто все взрывают, нафиг. Просто все нафиг взрывают. Так, и вон там курица еще есть. Ну, пускай развлекается. Отлично. Нормально так за этого или сейчас. Ну, денег нам не надо, мы ничего не строим, поэтому мы сейчас просто все тоже загрузим. Портал, кстати, удобный. Прям вообще кайф. Прям вообще кайф. Так, загружаем, поехали. Да-да-да-да. Отлично. Так. Дикий мед. Дикий мед, дикий мед. Он, по-моему, на левом острове. И где-то я прям вот вообще не помню. Я примерно помню, где он. Но не помню. Так. Так, ты вот здесь полежишь. Пока что. Здесь у нас еще морковка. Ладно, в принципе, нам здесь пока ничего не надо сильно. И, наверное, закончим, продолжим в следующей серии. С вами был Гринайт, подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!